беседа в сторону... Вот поворот делаем. Поворот на Славскую. Делаем поворот. Вот. Передо мной машины уже ряд проехали. Начинается мигание. Я завершаю поворот. Этот летит вовсю откуда? На красный получается. Ну, получается так. Я даю газу сколько могу, а он в мою... Если бы он левее бы, мы проскочили бы. А он в мою сторону. И вот видите, как раз зад. У вас даже колесо оторвало. Да еще как, вон оно. А это развернуть такую машину. ГАИ вызвали уже. Да, вызвали, все вызвали. Все ГАИшники проехали, они все записали. Они и звонили вызвали, да. Уже. Да, а я 112. 112 позвонил, а 112 общий этот. Да, сказал. И начали перечислять. Это. Ну, мне, правда, они сказали... Жертвы есть, я говорю, жертв нет, все живы. Ну все тогда. То есть получается он запрещающий знак светофора? Ну практически. И уже скорость. У него скорость. Он был далеко. Он был далеко. Мы начали поворачивать. Я завершаю поворот. Я уже смотрю, он приближается. Я его толкаю, он дал газу. А я иначе он в мою дверь Вот я тормозил, там даже следов тормоза не видно. Не, он летел. Как летел. Но если бы он левее, там было свободное место, а он наоборот в мою сторону. Ну не среагировал. Не среагировал. Он потом уже испугался сам, что так получилось. А я газу давлю. Но... Ну вот развернул, как, представляете, мы же туда ехали. Вот 2 тонны, 300 машин. А он откуда ехал? А он вот, с Ивангорода. То есть получается, он ехал с Ивангорода, вы с Кингисеппа. Я поворот делаю налево. А по-вашему, что произошло? Своего, что произошло? Ну, получается, как он говорит, что вы не запрещающий знак проехали. А, конечно. Я на моргающий ехал. А, то есть вы заканчивали маневр? Я по прямой ехал, я не заканчивал, он заканчивал. Одна проскочила машина, а... А, то есть вы ехали по прямой, он поворачивал на Славцы и... Да. За фуру не заметил? Так дело в том, что желтый уже впереди поток машин завершает поворот, он летит на всех парах. Я даю газу как можно больше, хвост убрать, а он в мою наоборот сторону поворачивает. Он наверное, растерялся. Если бы он левее, вот видишь куда, взад. Если бы он левее бы принял бы, он проскочил. Ну, получается, обогнул его. Да. Вы последний, да, поворачивали? Я последний поворачивал, уже желтый загорелся. Ну, мне надо завершать поворот, я уже на перекрестке стою. И тут они, а раз они едут, значит там никого нет. Фура, конечно, стала, но он был на определенном расстоянии, но догнал. Я пытался успеть, но пытался успеть, да. Но уже желтый загорелся. А фура стояла, получается, в левом ряду от него, да? Да, от него в левом ряду. Это фура, но